19 октября в эфире ЗАИ-ТВ 26-й выпуск из фондов Заинского телевидения. В нем мы покажем концерт воспитанников и педагогов детской музыкальной школы к столетию джаза с комментариями корреспондента Татьяны Славиной и Нины Назаровой, бывшей тогда директором школы. Уникальное исполнение известных мелодий, рассказ об учителях, полный зал благодарных зрителей. Все это смотрите 19 октября в 19 часов на телеканале ЗАИ-ТВ. Абоненты Тателекома смогут увидеть эту передачу на 22-й кнопке абонента МТС на 557-м канале.